Седьмой час, Джаг Итальянс 20 на свободы. Так, дуем следующий квартал, некогда нам. Или нет, давайте чуть-чуть дремнем, прям капельку. Может быть, эта работа меня бы больше устраивала. Если бы не эти тихие святоши, вроде Зондергард, которые все знают лучше тебя. Блин, вот они опять начали ругаться, мне только этого не хватало. Хорошо. Злые враги пришли сюда. 22 противника в секторе, просто жесть. Так, ну то, что время ночное, наверное, нам должно помочь. Слушаю. И кому охота здесь жить? Так, ну по идее напрашивается залезть на крышу вот этого здания, по идее. Давайте попробуем на крышу здания пробраться. Будет сделано. Так, прибор ночного видения, кстати, Форестеру одеваем. Я слышала какой-то звук. Да? Я совершенно уверена. Гонтарские. Я готов. Я готов. Окей. Я готов. Слушаю. Слушаю. Мы на одни. Так, я думаю, пока стрелять не надо. Или... Слушаю. Или все-таки открыть пальбу нахрен. Ладно, давайте, наверное, откроем пальбу, не хватит у меня. Ну, в принципе, на крыше четверо уже могут отработать неплохо. С крыши. А, сука. Счет открыт. Слушаю. Да? Гонтарские. Да? Так, вот этот двор тоже надо контролировать. Я! Слушаю. Пошла, пошла, чё ты стоишь-то? Сделаю. Слушаю. Так, у нас один уничтоженный, да, пока только? Я! Опять противник! Так, Форестер, да, надеты темные очки. Так, ему надо в голову попадать. Оптика как-никак. Второй пошел. Я! Слушай. Чуждые элементы. Опа. Ладно. Паук, из этого оружия нельзя стрелять очередь, ё-моё.
Слушайте, ну тут я не могу сейчас это рисковать паучихой, мне придется залечь. Стрелять будем потом. Я готов. В принципе, может быть, если Барри встанет, он увидит того мерзавца. Ну-ка, попробует Барри сейчас пальнуть. Есть. Опять противник. Голову. Чума ништяк. Форестер просто творит чудеса. Так. Слушаю. Эти... Слушаю. Паучишки надо пристать там. Черт. Вон он, вот этот ублюдок. Я готов. Так, Барри должен помочь. Блин. Не помог. Слушаю. Слушаю. Черт. Ну, она его сейчас доконает, конечно, так. Готов. Ах, какая же я лицемерка! Сколько мы положили? Четверых уже? Слушаю. Не забывать, что враги еще прячутся по кустам. Так, Форестер, пускай прогуляется. У него есть прибор ночного видения. Ой-ой-ой, забыл выключить тихий режим. Так, пускай пройдется по крыше. Будет сделано. И смотрится. Время мусор выносить. Ага, вон тетка. В сером костюме причем. Очень злющая, говорят. Так, надо на отступление еще оставить. А, двумя выстрелами, надо же. Чума ништяк. Как хорошо, как удачно. Так, и сразу отступаем. А эти стоят и не видят ни хрена. Сдоба с совой. Враг затаился где-то рядом. Время мусор выносить. Вон он. Так, может быть, сэкономить по максимуму очки, попробовать трижды выстрелить в грудь. Готов. Вот дает, а? Я!
Я! Мы не должны забывать, что враги еще прячутся по кустам, может быть. Адская сатана. Так, было 22, осталось... 16. 6 человек я положил пока. Так, ну остальные, видимо, уже сами не хотят идти. Сделаю. Нам навстречу. Сейчас начнется. О, вышел. Ух ты, его все видят причем. Давайте дадим, да, Сове пострелять. Ее надо прокачивать. Ей надо прокачивать меткость. Уровень в первую очередь нужно повышать. Вот она умница, видите, типа выстрелила. Я готов. Все четенько у нее. Прости меня, Господи. Не вовремя он вышел, да, покурить? Я готов. Еще не со всеми разобрались, не отвлекаться! Все! Будет сделано. Будет сделано. Сделаю. Сделаю. Так, ну теперь уже, наверное, все-таки придется мне спускаться. Тут есть еще одна плоская крыша где-нибудь. О, ну это совсем в другом конце уже. А, ну вот. Короче, темными местами пойдем. Спускаемся тогда вниз. Там что-то есть. Господи, ты меня напугал. Да? Слушаю. Я слышал шум. Время мусор выносить. Так, тут, по идее, должны в первую очередь, да, отрабатывать те, кто на... Блин. Совушка, ну давай ты. Стрелял в голову. Готов. Я. Так, надо поближе к сове Форстеру подойти, а то она может не перехватить врага. Она на свет... близко к свету стоит. Дождем тогда сейчас реального времени. Не думаю, что мы нашли их всех. Слушай. Я готов. Гонтарский. Слушаю. Я не знаю, есть смысл очередью долбить? Или есть риск промазать? Вообще в очередь я, наверное, не буду стрелять все-таки, потому что... Не буду стрелять очередью. Потому что патронов мало, я, понимаете, жирно, больно патроны так расходовать. Два выстрела в голову. Я!
Я! Не должны забывать, что враги еще прячутся по кустам, может быть. Адская садница. Слушаю. Уже сделано. Там что-то есть. Сделаю. Время мусор выносить. Так, все время Форестер до Форестера стреляет. Надо другим чувакам тоже давать возможность. В первую очередь сове надо качаться. Пускай сова работает. Я! Готов. Слушаю. Так, на всякий случай туда тоже, чтобы там кто-то смотрел. Слушаю. Кстати, здесь вот надо к окну подойти, в окно заглянуть. Слушаю. Давай. По крайней мере, один из них еще где-то прячется. Сделаю. Вроде чисто. Я! Так, Форестер пускай вдоль забора, вдоль этого идет. Вдоль здания. Сделаю. Слушаю. Сейчас. Сделаю. Так, вот это направление можно кому-то оставить, сконтролировать. Да. Вот этот перекресточек. Я! Сделаю. Я уже. Время мусор выносить. Дает. Я! Я ни за что не поверю, что они ушли отсюда. Да? Я ушли. Так, давайте Барри... Не анаболика. Я готов. Барри оставим помогать с добычки, если вдруг... Кто-то пойдет с того направления, остальные следуют за Форестером. Я! Будет сделано. Слушай. Хорошо. Я! Сделаю. Время мусор выносить. Готов. Форестер один вывозит, по сути, зачистку всего города. Офигеть. Я! Не должны забывать, что враги еще прячутся по кустам. Я слышал шум! Адская садница. Время мусор выносить. Так, с северо-востока, а этот чувак с юго-востока. Пуля на вылет. Чума ништяк. Гонтарский. Так, анаболик. Вот эти чуваки пускай на всякий случай смотрят тогда. В ту сторону. Гонтарский. Гонтарский. Не забывай. По крайней мере, один из них еще где-то прячется. Гонтарский. Написано было с северо-востока. Может быть, вот в этом здании кто-то есть. Будет сделано. А это может быть и мирные жители, кстати, тоже. Что это? Там что-то есть. Темные очечки. Сделаю. Я слышал шум. Будет сделано. Будет сделано. Слушай. Время мусор выносить. Два выстрела и труп, все. Готов. Дьявол! Опа. Так, Форестер в беде, друзья. Тут надо подключать остальных уже. А, блин, он не может. Ему только залечь остается.
А он его не увидел, кажется, тот чувак. Я! Он его вроде не увидел. А я, Форестер его видит. Чума ништя! Блин, и мать в одиночку можно, по-моему, всю игру проходить. Я! Я ни за что не поверю, что они ушли от службы. Я! Так, надо в окна заглянуть. Время мусор выносить. Еще один. Так, здесь можно очередь. Да нет, очередь. Я уже. Очередь дорого. Патроны. От этой винтовки толку ноль. Пока я ее не перезаряжу. А у него есть запасные-то? Слава богу, есть. Я! Не забывай, по крайней мере, один из них еще где-то прячется. Что это? Сделаю. Слушай. Там что-то есть. Слушай. Я! Слушай. Сделаю. Что это? Я слышал шум. Будет сделано. Время мусор выносить. Готов. Как семечки, просто как семечки. Я! Так, тут надо залегать. Так, сова не может. Сейчас могут Форестер это покоцать. Не видит он его, к счастью. Я! Не думаю, что мы нашли их всех. Я слышал шум! Время мусор выносить. Готов! Я! Еще один бежит. Я думаю, что мы нашли их всех. Время мусор выносить. Чума ништя. Я! Я ни за что не поверю, что они ушли отсюда. Так, осталось три врага на карте. Всего лишь. Да. Будет сделано. Там что-то есть. Сделаю. Что это? Будет сделано. Будет сделано. Будет сделано. Так, здесь никого. Сделаю. Будет сделано. Я! Будет сделано! Время мусор выносить. Чума ништя! От остальных вообще никакого толку. Вообще никакого толку. Просто как хвост. Мы же не со всеми разобрались. Не отвлекаться! Сделаю.
Время мусор выносить. Просто обидно, у меня другие члены команды не прокачиваются, получается. Все берет Форестер, а он уже и так накачан до предела. Я слышал шум! Я! Враг затаился. Где-то рядом. Слушай. Все будет сделано. Время мусор выносить. Чуманище! Вот так! Сектор чист! Слушайте, ну это реально было легко, да? За 25 минут полностью сектор зачищен. Единственное, и раненых нету, да? Вообще нету. Даже никто не ранен у меня, офигеть. Классно. Так, ну я предлагаю... Все-таки, наверное, дождаться рассвета. Или что, сразу будем действовать? Да не, сразу давайте. Гонтарский. Сразу начнем все обходить здесь. А-а-а. Единственное, я вот знаю, что здесь должен быть магазин. Будет ли он работать? Ночное время. А, вон продавец Беттер. Магазин работает даже ночью. Смотри, выбирай. Что надо, спроси у меня. Я бы эти клык владелец и ничего не трогай. Повезло тебе. Сегодня в универмаге Бетти Клык особое событие. У нас в гостях суперзвезда фильма «Дикий-дикий Восток» Текс Колберн. Он лично подписывает кассеты. Как дела, партнер? Меня зовут Текс Колберн. Приятно познакомиться. Мистер Колберн, суперзвезда, это честь, что он тут в магазине. У тебя шанс купить фильм «Дикий-дикий Восток» всего за $20. Он тогда коробку подпишет. Так точно. Уже 8 месяц в пути. Тур по странам третьего мира. Рекламная кампания. Я даже Леворвин взял. Я с ним был в финальной перестрелке с Уилли Смиттером. Ты смотреть смотри, а пистолеты не трогай. Такие правила. Шанса своего не упусти. Покупай сейчас, скоро кончится. Это стоит $20. Давайте купим кассету. Так, купить, продать. У меня еще на складе есть. Все знатное, типа медикаментов. Неделю туда попасть не могу. Кошки у меня там завелись здоровые такие, целая семейка. Склад мне нужен, но я не дура туда лезть. Поможешь мне? Покончить с кошками, тогда я смогу тебе продать хороший товар, склад рядом. Уже все? Приходи еще. Так, тут надо всем усилители звука набрать. Футболка, символика, рулька. Так, солнцезащитные очки, прибор ночного видения. Тоже это все надо покупать. Так. Ой, тут у нее до хрена всего, ты посмотри. Камуфляжный набор. Наверное, по идее, тоже надо. Глюкопак. Я вот не помню, а для чего глюкопак нужен? Это не для детектора, случайно? Портативный телевизор. Мне надо собрать детектор движения, друзья. А я удалил нечаянно тот файл, где у меня было записано, что нужно для детектора. Это, по-моему, есть. Глюкопак, это, по-моему, есть, типа там джойстик от приставки или что-то такое. Вот, по-моему, надо глюкопак. Но это надо все делать за раз. Так, вот батареечки у нее есть. И она, кстати, только что дала квест. Кстати, кассета где? О, передатчик для ноутбука. Мы должны починить передатчик для ноутбука. Покупаем. Передатчик подключен к вашему ноутбуку. Договорились. Помни, а обратно не беру. Я тут вам не универмаг. Не знал, что можно так скучать по компьютеру, пока не остался без порнухи. Рад, что он снова работает. Ну и шуточки. Так, у нас снова заработал ноутбук. Получена новая почта. Ну, за столько времени уж, наверное, должно было что-то. Энрико, запрос. У меня нет никаких известий от капитана Джерри Меллоу, нашего пилота. Надеюсь, все в порядке. Пилот должен был уже вернуться, но его так и нет до сих пор. Свяжитесь со мной как можно скорее, Энрико Чивалдори. Энрико, пожалуйста, ответьте.
Я ничего не знаю о вас с момента вашего вылета. Пилот не вернулся. Пожалуйста, ответьте. Вы приземлились в Драконе? Судьба моей страны в ваших руках. Я должен знать положение вещей. Некоторые полагают, что вы просто скрылись деньгами. Я убедил их, что это невозможно. Но я очень обеспокоен отсутствием новостей. Надеюсь, у вас все в порядке. Энрико Чивалдори. Аим. Особое предложение, Аим. Дорогой клиент, я счастлив сообщить о невероятном предложении, ставшем частью нашей рекламной кампании. Во время его действия каждому заключенному контракту АИМ бесплатно прилагают настоящую фляжку типа Че Гевара. Жестяная, ручной работы, в чехле из шерсти лямы, из шерсти ламы. Фляга наполнена свежей ключевой водой из альпийских источников. Коллекционное издание. Получите ее даром, выбрав АИМ своим посредником при заключении новых договоров с наемниками. Искренне ваш, Говард Мелфилд по кличке Карп. Менеджер Международной ассоциации наемников АИМ. СПЭК. Новое суперпредложение Мерк. Приветствую. Работать с Мерк выгодно. Например, это сообщение вы получили лично от владельца агентства, а не от какого-нибудь отставника Подхалима, не нюхавшего пороха даже свои лучшие годы. Да, именно так. Мы работаем напрямую, и я здесь, чтобы вам помочь. Именно поэтому я готов бесплатно вручить вам фирменные наручные часы Мерк, как только вы наймете человека через центр экономной вербовки. Позвольте заберить. Этот хронометр стоит внимания. Биф уговорил Фло позировать в ее крошечных бикини. Затем искусные часовщики с Тайваня разместили ее фигуру и конечности в центре циферблата. И результат по меньшей мере потрясает. Теперь вы сможете проводить время с нашей ударопрочной девочкой прямо в бою, и она никогда вам не откажет. Поверьте, вы попросите время навсегда остановиться на 9.15. Спек Кляйн. Аим. Особое предложение Аим. Только что же было вроде. Дорогой клиент, мы отдаем себе отчет, что во времена жестокой конкуренции вы, как клиент, иногда теряетесь в потоке предложений. Их так много, что сам процесс выбора может привести в замешательство. Поэтому мы намерены помочь вам в выборе того, что действительно важно. Нужных наемников и нужных подарков. Именно так. В свете сказанного мы предлагаем наш специальный подарок. Настоящий именной боевой нож от крокодильей фермы и магазина подарков Сэма Гарвера. Элегантный, известный во всем мире благодаря гальванизированному лезвию и рукоятке из крокодиловой кожи, этот нож никогда не подведет вас в работе, так же, как и наши наемники. Помните, этот шедевр вы получите только во им при заключении нового контракта. Искренне ваш, Говард Мелфилд, менеджер. Мигель Кардона. Здравствуй, друг. Извини, что пишу так поздно. Энрико сказал мне, что с тобой будет трудно связаться. Хочу пожелать удачи. Спасибо большое, что помогаешь нам. Только ты можешь сделать мечты моей страны реальностью. Пока ты с нами, я могу спать спокойно. Спасибо огромное, Мигель Кардона. Так, письма прочитали. Мы можем нанимать опять наемников, но я никого нанимать не буду, у меня полная команда. Так, слушайте, ноутбук я починил. Что все-таки нужно для сборки этого чертового детектора? Вот я... пытаюсь вспомнить. Мне придется сейчас гуглить, друзья, потому что у меня есть подозрение, что у нее есть все ингредиенты для его сборки. Так, Jagged Alliance 2. Как собрать детектор? Как собрать детектор? Так, соединяем дисплей с детектором и получаем... Так, это уже конец. Так, секунду. Так, удлинитель, сигнализация, HMX какой-то, хрен знает, что такое. Тут целая энциклопедия, что можно сделать, коктейль Молотова. Что-то не... А! Так, берем LAME и провода, детектор движения. LAME какой-то и провода. Слушайте, ну LAME нету. LAME бой какой-то и провода. Так, далее берем рентгеновскую лампу и хрень, которую я по-русски не помню, как назвали, по-английски fumble pack, это глюкопак, который... Скрепляем все это жвачкой и получаем рентгеновский сканер. Так, ну мы можем одну часть детектора сделать. У нас нету рентгеновской лампы и нету вот этого портативной приставки. Секундочку. Рентгеновская лампа. А если нет рентгеновской лампы, тогда можно и не пытаться у нее что-то сейчас покупать, я так понимаю. Уже все? Приходи еще.
Вот глюкопак. Вот жвачка. Вот медные провода. Верхом на Хонде. А, это кассета. Слушайте, а он, кстати, кассету просил. Дикий-дикий восток. Если что сломаешь, сразу покупаешь. Такие у нас правила. А, кстати, Дикий-дикий восток. Это вот новую картину его, да, она предлагала купить. Давайте только купим. Только время зря потеряли. Ты ко мне не приходи, если ничего покупать не собираешься. Блин, я перевод забыл нажать. Уже все? Приходи еще. Так, короче, давайте сразу все купим. Прибор ночного видения берем обязательно. Слуховые вот эти детекторы тоже берем. Противогаз берем. Четыре пары очков. Так, еще один детектор. Нужно полностью затариться. Деньги, в принципе, все равно есть. Скоро у нас будет автомат с мороженым. Мы уже заказали. Осветители мне, в принципе... Не, давайте три осветителя куплю. Так, глюкопак сразу тогда возьмем. Так, суперклей. Одну штуку. Телевизор не нужен. Так, берем этот... Если что сломаешь, сразу покупаешь. Такие у нас правила. Так, берем, значит, камуфляж. Медные провода уже вроде бы есть. Ну, давайте еще куплю на всякий случай. $6, все равно не деньги. Так, и кассету вот эту вот. Дикий-дикий. Она же кассету предлагала купить. Дикий-дикий восток. А, и жвачку тоже купим. А, тут, кстати, не помещается все в один слот. Так, перевод. Недостаточно места для вещей. Господи. Вы что, хотите сказать, что должен еще все выглядеть? Только время зря. Ой-ой-ой-ой, блин. Ребят, мне сейчас придется еще разгружаться здесь. Короче, все выкладываем на землю, у кого что. Разгружаем инвентарь полностью. Это что, на земле все лежит, что ли, получается? А, слушайте, то, что я купил, оно просто оказалось на земле. Правильно я понимаю? Да, оно, видимо, просто на земле лежит. А, нет, подождите, на земле лежит то, что отвалилось от тех чуваков. Вот что лежит на земле. Так, ну динамиты мне, видимо, не понадобятся в ближайшие... Хотя можно, кстати, динамит... Кстати, что плохо в этой игре? Динамит она не продает вообще. Видите, оружие не продает. Где его брать, непонятно. Эти ручные мини-гранаты, блин, неужели я буду ими пользоваться? Они же не пробивают даже броню. Так, усилитель звука Барри даем. И противогаз тоже даем. Так, ну в первую очередь противогаз должен быть у Форестера. Так, анаболику тоже противогаз. Так, батарейки пока не нужны. Так, кусачки оставляем. Пружина. Пружина и карниз. Карнизы мы пока не встречали. То есть пружина пока тоже не нужна. Вы не можете одурить противогаз солнцезащитный. Так. Противогаз пускай наденет. Кстати, противогаз... А, ну да, все правильно. Да, в принципе, нет, пускай очки лучше будут. Так. Набор взломщика у Барри что делает? Он же все равно не взломщик. Так, выкладываем. Соковая граната пускай остается.
5000 долларов. Вот в этом инвентаре нельзя 5000 долларов. Это можно сделать только, как я понимаю, через... Слушаю. Через вот, вот здесь, вот через вот этот вот экран. Что неудобно и странно, что они это не продумали. Так, выкладываем эти лишние штуки, наверное. Так, аптечки приводим в порядок. У совы вообще нет аптечки. У паучихи нет аптечки. Так, 9-миллиметровый пистолет пулемет. Это выкладываем. Так, вот магазин. Так, G41. Вот я думаю, надо кому-то G41. Не, давайте сначала вещи выложим. Фляжки я отродясь не использую, их выкладываем. Так, 9-миллиметровые нужны вот будут. Но опять же, вот Калико М900 9 миллиметров. Но обычные, наверное, от них толку мало будет. Не буду я их ей давать. Гранаты эти осколочные, я не знаю. Я отродясь гранаты не пользуюсь. Пускай гранатами заведует только Барри, потому что он у нас как бы формально подрывник, ну вот пускай он гранатами и ходит. Шлем Спектра, кстати, это вот только что вывалился у кого-то из убитых врагов. Их надо будет все еще обойти тут же. Ну и не все трупы, возможно, обошли. Так, стальную каску можно выбросить. Уничтожить, то бишь. Так, у Барри Ругер. Его надо менять на G41 однозначно. Вот что будет делать, например, паучиха, когда у нее закончатся патроны бесшумной снайперской винтовки в винтаре. Я таких патронов и не встречу, наверное, больше, правильно? Я думаю, что ей лучше как раз-таки за место вот этого МП-5 несчастного выдать в качестве альтернативного ствола G41 таскать с собой. Паучишки, вот. Полностью зарядить его. У всех должно быть по запасному магазину.
атаку с добы 45-й какой-то там. А, нет, 9 миллиметров с калибра. Так, слезоточивы не надо. Кстати, источники света, по идее, Форестер должен таскать. Он у нас всегда на острие. Пускай он таскает эти источники света. Соответственно, паучихи, они нахрен не нужны. Паучьи выкладываем. Ух ты, бронежилет Спектра у нас, кстати, на земле валяется. По идее, вот его надо Форестеру отдавать. Форестер бронированный. С 22 до 45 сразу выросла. Здорово. Так, легкий броник уничтожаем. Так, железная труба. Это все пока не надо. Так, глушитель. Глушитель вот на этот ствол можно? Нет, нельзя. Глушитель только на пистолеты и пулеметы, да, ставится? Ну тогда нафиг он не нужен. Так, на метательный нож. Нет, ребят, не буду я возиться с метательными ножами. Выкладываю. Мне надо освободить инвентарь. Какой нахрен метательный нож? Так, темные очки. У кого нет темных очков? Я их, кстати, много же купил. Так, вот эти деньги надо на счет положить. Я готов. $800. Ну, это с трупов, я так понимаю, вывалилось. Так, что нам еще надо по инвентарю сделать? Так, Макс 45, я думаю, тоже смысла уже таскать нету. Макс 45 тоже выкладываем. В принципе, вроде патроны 5.56 у нас потихоньку появляются. Запасное оружие должно быть у тех, у кого специфические стволы. Вот, допустим, с Добби надо дать тот же самый Мак 10, почему бы нет, в качестве запасного. Причем даже без патронов. Стимуляторы генерации здоровья. Мне кажется, должен быть у Форестера. Потому что он огребает. Так, состав 18. Поскольку никакого желе у нас уже не будет, правильно? То его надо мазать прямо не желея, прямо... Мазать, мазать, мазать. Давайте вот. Бронежилет Спектра. Чума, ништяк. 53. Ух ты, как здорово. Форестер теперь бронирован у нас. Нет, значит, мы у той тетки ни хрена ничего не купили. Потому что, видите, я не наблюдаю. Я не наблюдаю, да, чтобы появились новые товары на земле. Значит, та тетка нам не продала, потому что у чувака, у анаболика не было места в инвентаре. Так, раз, два, три, шесть ячеек в инвентаре. То есть, шесть товаров мы сейчас можем купить. Цедила. Кстати, там в журнале новые записи у нас не появились никакие. Именно в журнале. Установлена связь... Нет, не появилась.
Так, эту кассету, я так понимаю, бесполезно покупать. Там, по-моему, если купить эту кассету, отдать ее вот этому мужику, то вроде как его можно будет нанять, но он мне все равно не нужен. Не, ладно, давайте купим. Приходи еще. Так, раз, два прибора. Так, усилители звука. Так, очков сколько надо, я не помню. Так, пару очков, пару приборов. Противогаз надо взять. Ну и пару усилителей. Вот 6 предметов. $3000. Не оставляй ничего. $3000 за этот хлам, я хренею. Так, сколько нам осталось еще купить? Очки. Очки вроде бы. Сейчас у всех должны быть. Да, очки есть у всех. Очки у всех у нас. Ладно, удлинитель ствола я не буду делать, потому что он приделывается один раз. У нас далеко не самое лучшее оружие на данный момент, поэтому удлинитель ствола нет смысла создавать, хотя я могу его сейчас делать. У меня нет хорошего ствола, на который его можно было бы поставить. Так, усилители звука, кстати, надо чувакам тоже раздать. Правда, они в очень покоцанном состоянии. Так, еще два усилителя нам не хватает. О, РПГ, выкладываем РПГшку. Слушайте, нам сейчас нужно будет выполнять квест с кошками, которые засели на складе. Может быть, использовать... Нет, пускай кавс выложим, пускай экономится, она копится, как говорится, на черный день. Не буду тратить. Кстати, против кошек-то как раз-таки нужно использовать это. Может быть, патроны 5.56-то поэкономить? Против кошек-то. Жирно, наверное, будет. А, ладно, хрен с ним. Я не думаю, что там прям десятки кошек, что мы разоримся на боеприпасы. Так, у анаболика усилителя звука нету. Так, попробуем еще раз с ней поторговать. Уже все? Приходи еще. Так, камуфляж берем. Скоро у нас завоз. Если ничего не понравится, ты потом приходи. Так, суперклей. Жвачка. Так, ну давайте купим этот Дикий-Дикий Восток, эту видеокассету. Ее надо... Не оставляй ничего. Ее, я так понял, надо будет это... отдать вот этому актеру. Клей, жвачка. Так, этот Форестер пускай таскает. Камуфляж. Так, видеокассету. Дикий-дикий Восток.
Не путайте с тупой комедией «Дикий-дикий Запад». Этот суши-вестерн – искрометное путешествие сквозь века. В главных ролях Уилл Смитеро и Текс Колберн, который заставит вас надорваться от хохота. Так, эту кассету надо подарить, видимо, тому актеру, что ли, чтобы он автограф поставил. Так, дать. Ну, знаешь, я ведь тоже был наемником до того, как стал большой звездой. Из стольких переделок я выбрался только благодаря владению револьвером. Хорошее было время. Ни тебе раздачи автографов в нищих странах, ни клопов в дешевых отелях, ни режиссеров-наркоманов, ни пьяных операторов. Ой, золотые были времена. Я по ним очень скучаю. Постой-ка, у меня есть идея, партнер. Этот город у меня последний, потом у меня отпуск. Я могу помочь тебе заарканить парочку конократов. Я отлично управляюсь с револьвером, а денег мне не надо. У меня и грим всегда с собой. Сам могу закамуфлироваться. Прошу тебя, партнер, возьми меня в банду. Но мне не нужен. Я работаю по Станиславскому. Если по сюжету я нажрался в салоне до драки, то я и ношусь до драки. Извини, партнер, но я очень устал. Надо отдохнуть. А то толпа опять набежит. Так, ну все, теперь начинаем просто. Значит, все, что надо, я купил. Гонтарские. Ага. С этим поговорил. И теперь просто обходим дома, ищем всякие предметы. Хабар собираем. Харно. Пусто. Ух ты! Железная труба очередная. Так, давайте я железную трубу положу и выложу на землю. А то вдруг она куда-нибудь исчезнет, там хозяева обнаружатся. Я не знаю, как это работает толком. У нас уже сколько этих труб. Продолжим в следующем часть. Всем пока.